Мангистауская область, кстати, первая в Казахстане, началось цифровое эфирное телерадиовещание. Из более чем 60 населенных пунктов 47 имеется возможность для приема сигнала. В торжественной церемонии перехода региона с аналога на цифру принял участие министр информации и коммуникации Даурен Абаев. Теперь жители Мангистауской области могут смотреть телепередачи в цифровом формате. В Актау можно принимать до 30 отечественных телеканалов, за пределами областного центра – до 15. Высокое качество картинки и звука оценила многодетная жительница Муналинского района Байрамгуль Таубаева. Раньше мы смотрели 7-8 каналов, были помехи, экран рябило. Теперь посмотрите, какая чистая картинка. Уже более 25 каналов. Глаза не напрягаются, нет лишних шумов, дребезжания, не искажается изображение. Чтобы у всех жителей региона была возможность смотреть качественный эфир, в стране проделали большую работу. Подготовка велась больше 7 лет. Построена и модернизирована 21 радиотелевизионная станция. Качественным цифровым контентом охвачено 47 населенных пунктов. Мы начинали этот проект в 2011 году. В целом планировалось перейти к этому, если честно, наверное, с начала нашей независимости. До конца этого года мы планируем отключить аналоговое телерадиовещание в Туркестанской и Жамбылских областях и в городе Шымкент. В течение 3 лет мы планируем полностью завершить переход на цифровое телерадиовещание. То есть вопросы информационной безопасности, вопрос качества жизни в том числе, как раз решает цифровое телерадиовещание. Кстати, в 2014 году город Жанаузен стал первым в Казахстане, переведенным на систему цифрового наземного вещания. Президент говорил об использовании цифровых технологий. Нужно развивать индустрию в целом и выходить на новый уровень качества жизни. Сегодня мы стали свидетелями того, что задачи главы государства реально реализуются. В Мангистауской области по этому поводу проведено много работы. К примеру, в сфере образования и медицины мы 100% перешли на цифровизацию. Сейчас мы сделали еще один шаг для исполнения государственной программы «Цифровой Казахстан». Цифровое эфирное телерадиовещание теперь могут смотреть жители 47 населенных пунктов численностью в 600 тысяч человек. Это 99% мангистауцев. Всего же для обеспечения полного перехода казахстанцев на цифровое эфирное вещание необходимо построить и модернизировать 827 радиотелевизионных станций по всей стране. 414 станций введены в эксплуатацию и успешно работают. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще свыше 130 радиотелевизионных станций. Модернизация и строительство оставшихся будут завершены в период с 2019 по 2020 годы. Полное отключение аналогового телевещания будет проведено к 2021 году. Тамара Степанова, Ренат Дуссалиев, Мангистауская область, Хабар 24.